особо отметить важность совместной подготовки к празднованию 70-летней годовщины окончания Великой Отечественной войны. Наш общий долг перед поколением победителей – достойно отметить этот юбилей. Первые шаги мы делаем уже сегодня, принимаем решение об объявлении 2015 года в СНГ годом ветеранов Великой Отечественной войны. Проработку юбилейных мероприятий нужно начинать заблаговременно. Многое предстоит сделать будущему председателю Содружества Украине. С 1 января 2014 года она принимает эту работу на себя. Мы готовы оказывать украинским друзьям всестороннюю помощь и поддержку. Благодарю вас за внимание.